Так, дорогие друзья, вторая часть распаковки бьюти-бокса. Вот такой вот он больше, чем первый был бьюти-бокс. Вот такой вот большой. Сейчас посмотрим, где тут что написано. Сколько здесь предметов. Ну, сейчас мы распакуем с вами и посмотрим, сколько же там предметов написано. Ну, давайте аккуратно разрежем. Нам, как всегда, разрешили все распаковать. Я у нее спрашиваю, что там, она мне не говорит. Нормально, нет? Не хочет говорить, что там и сколько предметов. Но мы сейчас это и без нее увидим. Так, здесь подарочный набор, 15-й. Набор косметики, 25 предметов в наборе. Ну, коробка почему-то больше, чем первый набор. Вот так вот все красиво упаковано, можно на подарочек. Хотя тот был первый на 33 предмета. Ленточку отодвигаем. Разворачиваем. Ну что, девчонки, готовы? Давайте. Раз, два, три. Вот так вот все упаковано. Тут реально много всего тоже. Давайте с первого начнем, с нашего любимого. Это масочка. Ой, масочка, повязка. Тут уже чисто белая. У меня вот розовая, а тут вот чисто белая повязка. У меня девчонки, кстати, такие повязки просят. Хочу вот им тоже отдельно заказать. Повязочки разные. Маски они у меня делают тоже, и вот им такие тоже повязочки нужны. Дальше, что здесь? А, кстати, она, смотрите, без упаковки вообще. Ну ладно. Дальше, подарочек опять, патчи для губ, как в первом наборе. Дальше, это что такое? Это подводка, ребята, для глаз в форме перо. Классно, 24 часа действия написано. Ну, по рисунку. Так, мы сейчас аккуратненько постараемся открыть с вами и посмотреть, какое оно красивое или нет. Вау, ребята, посмотрите, какая красота. Это же вообще суперская подводка такая классная. Тут такой кристаллик. Слушайте, классная. Прям вообще завидую этому. Ну, а посмотреть отдельно. Кстати, вот после прошлого распаковки пыталась отмыть подводку, я не могу ее оттереть. Она водостойкая и не стирается. Но потом еще мицелляркой попробую. Я просто влажной салфеткой пробовала, карандаши все стерлись, а вот это не стерлось. Давайте попробуем открыть. О, она так просто снимается. И вот рядышком с ней мазануть. Такое тоже. И посмотрим, потом тоже будет, нет, стираться. Слушайте, ну классно, красиво. Скажите же, красиво. Вообще классная подводочка. Но я подводками не пользуюсь. У меня Света подводками пользуется. И я как бы ей заказываю. Надо посмотреть, потом сфоткать у нее, посмотреть на Валберсе отдельно такую подводочку. Давайте следующее. Вот что я тут вижу. Это бутылочка. Это я знаю. Я себе такие же заказала, только других марочек, но тоже с такой же щеточкой. Это пенка для умывания. Она идет вот с такой щеточкой. Так. Чего она не снимается? А, вот. Вот такая вот щеточка силиконовая. Очень классно умываться ими. Я такую попробовала у своей знакомой. Мне понравилось. Я себе такие же заказала, только другие. Ну, вот такая вот. Это интересно. Тут по-русски, как всегда, да, ничего нету. Для какой, интересно, кожи? 150 миллиграмм с кокосом. Одеваем обратно щеточку. Защелку для щеточки. Удобно, кстати, вот так вот. Видите, как классно. О, я хотела открыть, понюхать ее. Как она пахнет. Реально, ребят, пахнет кокосом. Вообще классно. Вот такая вот пенка для умывания. Давайте вот так картинку развернем. Хотя бы немножко, чтобы было видно вам. Давайте посмотрим, что там дальше есть. О, крем для рук с розой. Не будем открывать, запахи я примерно знаю, но вот такой вот крем для рук. Ну, давайте не все уже открывать, но будем как-то поприличнее, да. Прошло некоторое время, давайте посмотрим, как это. Она не размазывается, смотрите, она засохла, и она не размазывается. Слушайте, классная вот эта вот подводочка. Могу рекомендовать, смотрите, вот размазываю, видите, не размазывается, классно. Можно тоненькую стрелочку, большую стрелочку. Ну, это масло для кутикул, такое же, как Тама. Посмотрим только цвет какой.
Ну да, тоже прозрачное, как в первом боксе было. Вот такое вот масло для кутику. Так, это мне подсказали уже за кадром, что это... Да, маска от черных точек. У нее дочь 16. Да, 16. И она вот таким маской пользуется. Как моей Свете будет в августе, тоже 16 будет ей. Дальше, что здесь есть? Патчи для глаз. Тут уже 3 штучки. Блин, а у меня 2 было в боксе. Ну, вот такие вот патчи для глаз с золотыми. Очень классные патчи. В этот раз мы с вами все быстро, потому что мы почти все знаем. Так. Омха. Или Омга, как написано. Что это такое? Давайте открывать, смотреть, потому что я не знаю, что это такое. У нас в такой коробочке попадалось, как многие смеялись. Но Настя насмешила. Мыло для бровей. А это, оказывается, была помада. Красная помада была. А сейчас мы здесь посмотрим. А это не помада, ребят. Тут какой-то флакончик. А, это, наверное, блеск для губ. Смотрите, какой красивый, как богато оформлено. Да? В такой красивой коробочке вот такой вот красивый блеск для губ. Ай, приятно пахнет. Цветочками какими-то. Вообще приятно пахнет. Мне понравилось. Слушайте, классное. Очень классное. И коробочка красивая. Так вот положим. Давайте дальше посмотрим. О, там что. Карандаш для губ. Он один. Да, один. Карандаш для губ. Это мы уже знаем. Вот такой вот оттенок. А какой это номер карандаша, наверное, есть? Нет? Номер 12. Это самый последний, что мы с вами из первого бокса рисовали. Там еще какая-то коробочка. О, это я тоже знаю. Это база... под макияж, основа под макияж, не база, а основа под макияж. Я Свете такую брала, поэтому я знаю. Я сейчас вам открою, покажу, какая она внутри. Ну, многие, наверное, знают, но на всякий случай покажем. Давайте, хоть вы и знаете, но вы уж помолчите, что вы знаете. Сейчас скажут, ну пипец, Настя снимает как видео. Чтобы не порвать нам коробочку, мы же аккуратно будем открывать, это же не наше. Давайте посмотрим. Да, такую же я Свете заказывала. Очень хорошая, ей понравилась. Но немножко липкий получается слой на лице. Я не знаю, напишите, как у вас. Но вот у нее получился липкий немножко слой на лице. Потом как бы тяжеловато. А сейчас мы купили вот фиолетовую. Она говорит, лучше наносится немножко другого оттенка. Видео вы уже предыдущее смотрели с распаковкой тоже. И там вот та база получше. Ей понравилась та база получше. Больше, чем вот это вот. Так, дальше смотрим. Ну, патчи для губ. На них долго останавливаться не будем. Мне вот эта вот коробочка интересна. Это, ребята, как сказать, ну, наподобие тоналки. У меня наподобие есть, но немножко другая. Если вам интересно заснять видео про мою косметику, какое у меня есть, то я вам расскажу. Это кушон. Вот такая вот идет тут губка, мочалка, бафик такой идет. И вот такой вот у нее. У меня с авокадами, я вам, если надо будет, видео засниму. Но вот такой кушон. Давайте посмотрим, какой оттеночек. Тут все закрыто. Это очень хорошо, что закрыто. И вот он. Это получается вот эти вот бафиком вы берете, вот так вот наносите и на лицо. И очень хорошо перекрывает все. Я таким пользуюсь, потому что у меня после операции стали сильные синяки на лице. И поэтому вот тут немножко осталось. Давайте вот так нанесем на кожу. И смотрите, как оно растирается хорошо. Все, видите, нету его. Вообще моментально впитывается, мне нравится, но у меня другой немножко, не такой, как этот. Ну, они мне кажутся хорошие. Кто таким пользуется, напишите, хороший он или нет. Если что, я себе такой еще потом тоже закажу. И вот в такой красивой коробочке. Дальше смотрим, что здесь. 2 бафика идут. Ну, как и в предыдущей распаковке. И тут остались еще масочки для лица. Да, и все. И там фиолетовые уже. И тут масочки для лица. Все кокосовые. О, сейчас я с кем-то поменяюсь на такую масочку. У меня как раз такой нет.
Вот такие вот 5 масочек кокосовых. Вы уже вот, ребята, посмотрели у меня второй выпуск бьюти-бокса. Напишите, пожалуйста, какой из бьюти-боксов первый или второй вам больше понравился. Очень буду признательна. И хотели бы вы такие видео еще или нет, потому что у меня она тут сегодня, ну как сказать, призналась. Она проболталась, что она заказала еще какие-то бьюти-боксы. И я ее уговорила принести опять нам показать. Вот, подводка, ребята, мне понравилась. Подводка вообще классная, понравилась. И она такая яркая. Напишите, что вам больше из этого понравилось. Мне будет интересно. Так, не так немножко, да? Короче, как-то вот так положу. Я не знаю, как положить. Так, попытаемся все красиво обратно сложить. Мусор мы туда не будем ложить. И крем для лица. И повязочка у нее белая. Вот такое вот было второе видео. А вы, кстати, заметили, какие там духи стоят? От Паде Париж. Вот такие вот духи. У меня уже флакончик, видите, подсходился уже. Это у меня, кстати, еще одни стоят. У меня такие же духи. Очень мне нравятся. Это нам на рекламу присылали. Ленточку сказали, можно не завязывать, а в коробочку положить. Вот такой вот, ребят, у меня второй был выпуск с бьюти-боксом. Напишите вам, какой из первый или второй бьюти-бокс понравился. Если вы не помните, то пройдите, посмотрите распаковку первого бьюти-бокса и вот сегодняшнюю вторую распаковку бьюти-бокса. И напишите, какой из бьюти-боксов вам понравился. Цену я тоже, она мне даст. И я вам напишу где-нибудь вот здесь вот сверху. И вы увидите, почем она его покупала. Цены там бывают разные. Просто закидывайте в корзину и смотрите, какая самая низкая цена. И ждите скидок, потому что скидки на Валберес очень часто. Вот такая вот распаковочка была. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем говорю пока-пока. Всем желаю крепкого здоровья.